Дорогие друзья, уважаемые работники культуры, я искренне рад поздравить вас сегодня с открытием Республиканского дома народного творчества, с началом, официальным началом Года культуры России в Республике. Культура – это огромное понятие и в то же время емкое, многогранное понятие. Культура России сочетает в себе культуру народов, национальностей, населяющих нашу огромную страну. Наша республика в истории культуры российского государства вплетается своей золотой страницей. Нам есть чем гордиться, нам есть что сегодня показать миру. Культура Калмыкии – это, наверное, одна из основных составляющих жизни нашего народа. Та составляющая, которая, по сути дела, спасла нашу нацию от вымирания и сегодня является неким цементирующим элементом общества. Можно многое говорить о культуре и в то же самое время не сказать ничего. Сегодня мы поступательно движемся по пути развития культуры, восстановления того, что, к сожалению, было потеряно, и строительство нового. Культура сегодня – это в первую очередь вы, уважаемые работники культуры, те, кто кропотливо работает либо в студиях, либо в мастерских за письменным столом, либо на концертных подмостках. Вы те, кто сохраняет культуру, приумножает культуру нашего народа. Мы, безусловно, на сегодняшний день в долгу перед культурой нашей республики. Мы должны сегодня и делаем сегодня достаточно...